Как обычно, без лишних слов, приступлю прямо к делу. В сегодняшнем видео не будет никаких приколов, ну, может, если только чуть-чуть. Захотел сделать немножко полезное видео для людей, которые боятся операций, боятся наркозов. Сам из вашего брата, ребят, сам тоже был такой момент в моей жизни. Вообще, как я переехал в Германию 4 года назад, у меня за это время, наверное, 2 операции уже случилось. Вот, в обоих присутствовал наркоз, причем в одной был только местный, местная анестезия, вещь довольно-таки мощная, но все равно ты местами еще чувствуешь. И во второй операции как раз-таки был полный общий наркоз. Я сейчас хочу сразу сказать, это не скрытая реклама, ни в коем случае не пытаюсь пропагандировать что-то. Во-первых, назначение врача – это его личное дело. Также отказаться или согласиться с операцией – это тоже ваше право. Просто есть моменты, когда без операции абсолютно никак, как в моем случае. Поэтому все-таки лучше следить за своим здоровьем. Так вот, операция была на гланды. Мне надо было удалить гланды. Началось все это дело года 2 назад. Были проблемы зимой, потому что дурак ездил на велосипеде в кожаной куртке. Постоянно курил. Вот. Сначала было просто воспаление, потом я не мог вылечиться целый месяц, просто температура постоянно. Самое интересное, что да, действительно, у меня с самого детства постоянно зимой были какие-то проблемы со здоровьем. Как многие в школе, я тоже иногда делал, натирался там льдом или снегом, чтобы не пойти завтра на контрольную или что-то такое. Вот, кто не без греха. Но самое главное, что, конечно, в Казахстане как-то гланды меня не подводили, а вот именно спустя год, как я пожил в Германии, следующей зимой, вот, у меня случился этот казус. 2 месяца я ходил по врачам, здесь, конечно, могу сказать, кому как повезет со специалистом, мне 2 раза попадались, может, не профессионалы, может, просто узкопрофильные специалисты, я не знаю, в Германии здесь такое бывает. Не надо думать, что это шикарная страна с медициной, все. И, в общем, только 3-й врач смог определить, что у меня проблема именно с гландами. Я не мог кушать, я не мог толком глотать, я постоянно болел. Такая вот вещь. И спустя какое-то время он назначил мне операцию. Сказал, что, ну, решение, конечно, принимаешь ты сам. Я, не задумываясь, подписал бумагу, потому что такая жизнь, как тогда, меня не устраивала. Я хотел наконец-то выздороветь, вот, я согласился. Конечно, очень переживал. Во-первых, это все была бумажная рутина, надо было подготавливать все эти бумаги, ходить, обследоваться, это все ерунда. Я еще с Казахстана этим занимался, чтобы поступить в колледж, военкомат постоянно нас дрючил, так что было дело. Вот, больше всего начал бояться уже именно где-то за неделю, за 2 до операции, потому что в первую очередь действительно было опасение по поводу наркоза, но здесь могу сказать так. Честно, я доверился уже просто воле случая. Я подумал, ну, хуже быть не может. А если уж суждено вдруг, то я буду спать и не узнаю. Так, ну сейчас сразу скажу, что, в принципе, современная медицина настолько продвинулась вперед, что действительно риски очень минимальные. В принципе, любой врач вам это подтвердит, а я не врач, я, в принципе, не имею права такое говорить, но я считаю, что переживший такое на своем опыте, я могу сказать. Самое большее опасение было в том плане, что я написал, возможно, неправильно свой вес. А я думал, что там очень важно, что миллиграмм к миллиграмму или нет. Вот. Но в итоге все, видимо, получилось очень шикарно. Наркоз рассчитали очень точно. Я отрубился буквально через 5 секунд. Там врач продолжал еще считать, я уже не слышал все. К сожалению, я не испытал такого чувства, как бывает в фильмах, или как некоторые люди рассказывают, что они как будто летают, что им там что-то снится. Нет, я отрубился, и, как мне показалось, через секунду я очнулся уже в другом месте абсолютно. Медсестра меня спросила, ну, естественно, на немецком, вам полегче или как? Я сказал, что очень болит, потому что я действительно болела, ну, там, видимо, после операции. Мне что-то вкололи, я опять отрубился и проснулся уже только в своей палате. Вот. Поэтому могу сказать смело, что, во-первых, не стоит бояться, если это назначает врач. Если врач-специалист, если
нету другого пути медикаментозного. Во-первых, многие врачи стараются сначала вылечить болячку таблетками всякими, всякими желательно слабодействующими препаратами. Если не запущенный случай, то в принципе и это может помочь. Как говорится, главное медицинское правило — это не навреди. Вот. Поэтому доверять своим врачам все-таки стоит. Это уже может расцениваться как пропаганда, но это лично мой опыт просто. Вот. Ну и по поводу операции на гланды, здесь знаю много других методов, менее болезненных. Например, их могут просто замораживать, их выдирают лазером. Ну тут уже, как говорится, кому как повезет, какая медицина существует в данном регионе, в данном городке, например, какие средства вообще. Вот. Главное не бояться. Я это прошел. Надеюсь, что, может быть, кому-то помогу с этим жить, тоже справиться. И да, скажу в дальнейшем, в принципе, вы ничего не заметите. Первое время, конечно, очень тяжело. Нельзя кушать горячую пищу, зато можно очень много есть мороженого. Я мороженое так, наверное, никогда в жизни больше не ел, как за эти 3 дня, что я лежал в больнице после операции. Вот, я задолбал просто бедного медбрата. Он под вечер, на второй день он уже просто вечером сказал: все, холодильник закрывается, все, давай спать. Вот так вот. Потому что я просил, там было причем бесплатное мороженое, и давали его сначала в довольно-таки большом количестве. Вот. Ну потом, спустя 2-3 месяца после операции, уже стало полегче. Всем спасибо.